детском празднике из кожанки. Для начала напоминание тем, кто, возможно, забыл из взрослых, занят своими делами о том, что же такое настоящие, красивые, переливающиеся мыльные пузыри. Кстати, отдельный бал уйдет тому столику, который подсчитает количество всех мыльных пузырей в течение шоу. Сейчас что-то сложное, что-то, что могут только профессионалы. Сейчас. Если я сейчас обращаюсь ко взрослой части наших гостей, если вы стесняетесь быть непосредственными, как дети, и подойти к девушкам, просто переоденьтесь в детское, и психологически будет легче. Вот этот номер демонстрирует, что курить можно только мыльным пузырям, но не людям. Сейчас любой может потрогать специальный состав, приобщиться к волшебству. Первое это делает Лиза, а Лизе надо, потому что многие знают, что помимо уже существующей данной природой человеку диафрагмы, можно еще себе заиметь дополнительную мыльную диафрагму. Она расширяет диапазон до 19 октав. Хоть их и не существует в природе. Я помню, на точно таком же шоу у олигархов девушки разбрасывали черную икру. Но сегодня хватит и мыльных пузырей. Тоже красиво. Хорошо. Я на всякий случай напоминаю тем, кто будет танцевать потом примерно в этой части нашего зала, что мыльные пузыри, оставаясь на полу, имеют свойство делать пол более скользким. Учитывайте это, пожалуйста, во время предстоящих танцев. Судя по тому, что девушки принесли с собой очень много аксессуаров, нас ждет большое шоу. Да, впереди, да, много интересного. Я тоже, кстати, однажды решил сделать себе праздник и заказал Crazy Bubble Show вот в данной комплектации к себе домой, в квартиру на Таирова. Так вот, большое шоу было потом, когда пришла с работы моя жена. Все персонажи в предыдущей истории выдуманы и не имеют никакого отношения к реальным событиям.